Притча. Однажды Будда с учениками пришел в деревню, которая мало то, что была заселена неверующими и еще негативно настроенными к учению Будды. Когда он пришел в эту деревню с своими учениками, местные жители вышли и стали оскорблять его учеников. Просто поток был ненависти в сторону Будды и проклятий. Будда и ученики молчали. Молчали и просто смотрели на этих жителей. Жители выкричались, пошумели и спрашивают у Будды: «Ну почему же ты не отвечаешь нам? Мы же тебя оскорбляем, мы же оскорбляем твоих учеников и вообще унижаем все, что тебе дорого, твое учение». Будда сказал: «Перед этим мы с учениками были в соседней вашей деревне. Ее жители вышли к нам навстречу, вынесли сладости, вынесли фрукты и разные другие угощения. Но я сказал, мы уже кушали и мы не голодны. Несите эти сладости, эти фрукты назад в свои семьи, раздайте это своим детям. То же самое я скажу вам. Мы не принимаем от вас вашу ненависть и ваш негатив. Берите и несите это к себе домой и отдавайте своим семьям. Весь негатив, который вы выплескиваете здесь, вернется к вам в ваши дома». Вот так вот бывает закон бумеранга. Ненавидишь, и ненависть придет к тебе домой. Будьте добрее, люди.